директора ресторана «Дом» Александра Астахова мы делегируем в Лондон, где пока еще тепло и можно гулять пешком. Например, рекомендуем так называемый звездный тур по Ноттинг-Хиллу и Эбби-Роуд. До конца сентября 4 раза в день молодые экскурсоводы показывают всем желающим, где снимался Гарри Поттер, где жила Вивьен Ли и где прозвездила принцесса Диана. Неподалеку репетировали «Роллинг Стоунс» и записывались «Дорс». Этот невероятно популярный маршрут стартует на Бейкер-стрит, но о вымышленных персонажах во время звездного тура ни слова. Юристу Евгению Еремкину мы рекомендуем, путешествуя по Голландии, скорее отправить спутницу по магазинам, а самому поехать в новейший музей Лауфмана под Гаагой. С виду кирпичный замок на берегу озера. Он был придуман архитектором Майклом Грейвсом, чтобы разместить 230 старинных автомобилей и крупнейшую в мире коллекцию автомобильного искусства. Это художественный музей, который особенно нравится мужчинам. Героини живописных полотен, постеров и лайтбоксов – только роскошные машины. Организаторам фестиваля электронной музыки «Микс» Алексею Щербине и Нике Каганович мы советуем поспешить в Пекин к 18 сентября. Специально для них мы нашли самый экзотический фестиваль осени – «Хангай Мьюзик Фестивал». На ферме, производящей органические продукты, пройдет однодневный фестиваль монгольского фолк-рока. В Китае почитатели этой музыки почему-то считаются местными хиппи. Их можно узнать по традиционным монгольским халатам, фенечкам, длинным бородам и татуировкам. В этом году изюминка фестиваля – чтение МС Нанченг Эрдже под любимый монгольский инструмент домбру. Архитектору Игорю Таушканову будет любопытно посмотреть в Принстонском университете выставку бумажных денег и эскизов к ним, которые стоят подороже денег. Показывают самые красивые купюры, нарисованные знаменитыми художниками, например, Альфонсо Мухой в конце 20-х в передовом тогда стиле ар-деко, или первые $5 с президентом Джорджем Вашингтоном в белой тоге и с ветвью в руках. Вся выставка протитрована холодным языком цифр. Рядом с каждой банкнотой будет и даже шиллинг, стоит его истинная цена на современном нумизматическом рынке. Музыка. Дождь. Оптимистик Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+.